Сегодня 16 февраля 2020 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель переменных звезд, кандидат от планетарной туманности и возможных двойных звезд, автор двух собственных научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Я внук ветерана труда, правнук двух награжденных ветеранов войн, Великой Отечественной и Советско-Японской. Я нахожусь в поселке Южно-Морской Приморского края, на своей малой родине, на побережье Японского моря. Я вынужденно скитаюсь уже четвертый год, 23 января 2017 года, из-за невозможности безопасного беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве, в комнате номер 2 двухкомнатной коммунальной квартире номер 210 по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, и из-за невозможности беспрепятственной продажи данной моей комнаты. Пожалуйста, добрые люди, помогите мне продать мою комнату, чтобы я смог купить себе взамен иное жилье, в котором смог бы безопасно жить, заниматься наукой астрономии и подготовиться к поступлению в университет для обучения на астронома. Все мое астрономическое оборудование, все мои личные вещи остались в моей комнате, и я лишен возможности заниматься наблюдательной астрономией. Я, моя мама и наша старая кошка очень страдаем в скитаниях. Я страдаю хроническими заболеваниями, пороком сердца, заболеванием суставов, бронхиальной астмой, болезнью крови, болезнью вен нижней конечности. Моя мама страдает анемией. Пожалуйста, помогите нам.